Кто там второй танк двигали, полони там, иди в большого агри, отворачивай вот этот. Скелет этого мелкого не трогайте в контроле. Есть какой-нибудь фласки на РДД? Не, нет. А еще кто-нибудь возле суммы стоит? Да вроде нет. Сугу законтролить. Да, большой объем, потом мы будем тебе бить, ничего страшного. Подождите, стрелка когда? Давайте, ничего страшного, стрелка когда, идите наверх пулить, так. Сейчас захилим все. Скажите, пожалуйста. МТ, а по-моему, МТ ФКш. Дальних отверните, там косты сбейте, станы дайте. Паладина с китом. Главное, боковой треш не сипите, и все будет нормально. А лок шкаф пусть ставит? Да, после треша. Давайте рейд за стеночку, прячемся, ДК-9. Пробую уши, активируется, не активируется. Если не активируется, то тащи кучу и сюда за стенку. Перед ребром поставлю. Боковой треш сагрили. Все нормально, слугу не надо. Играйте, короче, массами это сливайте, только центральную часть не зацепите, а то точно упадем. Давайте за стеночку стали, там видите центральный трэш. Прячьте за стенку, сейчас трэш приведут, через пауков играйте. Извините. Давайте левого слугу убьем, сейчас ДК его сагрит. Паладин, иди правого лови, левого играйте, только левого. Правого никто не трогайте.
Все, второго можете убивать. Давайте подходим к боссу lock/craft. По балабафам. Что там разобрались по балабафам? Да, да. Мы стрию кидать. Пишите в РК, кто на кости как кроет, кто будет тебя получать. Там войт и шаман сломайтесь. Тыкайте на сум. Рыбку поставьте. Че, никому стрия не нужна, ничего? Можешь мне покидать. Ага. Слава, самойца, тебя ждем. Кушайте рыбу пока. Чё там по осколкам? Вообще хз. Ладно, там сами смотрите за осколками. Скалфонская сфера. Давайте бафы все тут. Ну чё, присуните кому серию, прям кровь закрылась. Это фаска, есть у кого? Кидай роги! Чё ты спрашиваешь? Кидай роги кому-то, так всё. Есть у кого из пыта фаска? Ладно, вход кидай. Надо было заказывать у шамы. Я блондина спрашивал. Знаете, столик мой. Кто МТ, на кого напуливать? Стереотип. Да-да-да, сейчас мы просто говорим. Уточнить просто для себя. А вот если я не могу попасть, значит я ничего не делаю. 82-800. Слышь, там я это говорю, спрашиваю то, что если я ролю, ну то есть на ЕП, на другого перса, значит я ничего не ролю, так понимаю, да? Именно. Ну все ясно, ясно. Все. Поехали, поехали. Не знаю, сейчас сколько никто не спрашивает больше, тут любой счастливый ты получаешь. Счастливый на скал. Да, костеры я светал уже, конечно. Блять, шип 3 дня стоит, блять. Может, нормально шип вставать будет? Не хан же вроде. Тут в душе охотник. Беги, малышка, беги! Костяная хватка! Далее к умных причинах ХП не забывай. Да, я понял.
Малышка, беги! Отказ. А что, можно было ролить? Смотри, не пылите шмот, пожалуйста. Ну, гопы, давай. Почему что-то сколько? Ты счастливый забирает меня? Я случайно. А сколько игру счастливый забирает? Это все неправда. Я видел, ты специально это сделал. Да. Ой, больше превыше на одну пыль. Ну нет, получается ниже. Ну выше впереди. Он тебя выше, его осколки не твои. Ты забрал. Мешаться там будешь. Дайте стой. Папа, не туда, дайте. Катя, давай ты забирай с лестницы. Я вижу. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Че, я первый танчу? Ты не в сил противиться моей воле! Хант, выстрел.
Чтобы пойти по боссу. Первый стереотип, да? Лягушку закрыть. Зачем рост? На все воля господина. Ваша смерть. Еще один оскол. Неизбежно. Две башки. Да-да-да. Хапалось, тебя ретро-кейс можешь в спеку сразу дать. Благодарю духов, что они послали. А если призу можно давать и 50%, он один ролик. Уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Что, 389 это пол? Это 50%? Если бы еще танчили, как вы эти тонкошмотки ролите. Можно мне пушку?
Один кристалл или два, как повезет. Будем биться со смертельным врагом, Лактарагар! Оркрон, слетаем! Я думал, мы на сроке без роста будем. Вы видите? Ну там, если хупал ретро кистью, можно вообще на весь инспект, он слабовато хилит. В 3 хила можно пойти. Да. Жди, короче, тебя буду истерить кидать. Сейчас вы ответите перед Солфангом. Ты решишь, да? Так это из-за тебя этот перекап, тебе на голосовой этих. Да, слышно. А до этого не слышно, да? Что-то РК багается, почему? Вуди, тебе истерию кидать буду. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Хорош. Копартука знает. Ну, может, еще кто-то видел. Да ничего, на видео посмотришь. Короче, с корабля упал. Снова. Без роста. Запускать, прожиматься никто не будет. Да вы так и так даст 12, так что ему это без разницы. Иди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир. Андрей Сырой. А ты на холипаун бегитесь, что? У тебя вот что, битчер паладин этот имеет наручи с арески? Как, сука, когда? Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Так, что за чарка у него?
Сегодня я исполню это обещание. Бить-то все будут, но в каком количестве дамага? Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча! Копеечка поведела. Какой сложнее же. Самые бурсты. У нас что, такой слабый дома? Какой рейд дома? Ну как мы без роста? Алло, спек, можно ролик? В Награнде, рядом с матерью и предками. Вот, ты ПМ читаешь? Или бесполезно писать? Хорошо. Да. Так я с собой иду. Да, мне едва я в Токена надо. Жесть, защитника никому не нужно. Анимал, стой здесь, сюда приведу. Блин, нужно так же. Лол, я профукал лол. Ладно. Спасибо. Ну, поверь, следующий будет твой. Так у него вроде фул печеньки, да? Не, мне на НХ надо две штуки. А, я не понял, все.
кого-то есть загадочного острова лакомства? Да. Дайте, пожалуйста, прошлый. Сейчас поставлю банк возьму. Виталик, не забывай на хп кричать. Да, да. Согрей еще раз. Виталик, поставь малый символ на командирский крик. Тебя, походу, не стоит. Нет, нет, поставлю. Если что. Клота, у тебя, ты взяла лакомство? Блин, я взяла, у меня в КП оказывается, прости. Давай я портанус потом. И не присуманит. То есть мы уже остаемся здесь? Эти приступов. Сяд. Если какие-то тотемы специфичные нужны, вы говорите, а то я не шарю. Это природа. Да, природа, природа, поставь на этом бассейна профи. А, чтоб найти его. Четвертый столбец. Да, нашел. Его... Да-да-да. Дальше вверх. Нормально. Личную новость, Тина.
Хулипал, встань, пожалуйста, где все стоят в центре. Встань в центр, Хулипал. Киньте по оку паузскую фигню, которая обездвижена. Портал используй. У меня портал там же стоит. Ничего, он все равно скинет стаки. Захил клаймом облею еду. Если мили зону заблюет, и мы тебе 500 гп. Выйдите один на рейндж. Лайк. Фридом полезни тотему, знаете. Блядь, где вы в ебенях там бегаете? Хаба, ты, блядь, еще в Даларан протонися. Вой, дай фридом, вой. Пошли. Я все завис. Улетел. Робин. Лачку и уйти отсюда. Короче, если наручи упадут, эти кисти, отдавай ему сразу. Лачек, пожалуйста. Вылетел. А, ты в воде вылетел. Да. Бегом заходи. Поляму. Он успел уже зайти. Я уже зашел. И ты готов. Нет, нападут. Вчера падали. Вчера и тапки упали. Специально для инмейта. Ты когда в мелизоне стоишь, ты вообще не должен уходить из фрейма босса. Ты можешь стоять в ноге, в еще где-нибудь. Но не так, чтобы в полупозиции к РДД. Сейчас, если бы на Клаймана и на тебя кинулось, ты бы всю мелизону заблевал. Но Клайман нормально стоял, вот инмейт, хрен ты никак. Анимал, на 8 слаках кинешь каплю мне. Не, держи. Или берешь. Или не, на 7 кинь. На 7 слаках. Дайте баф под руиду и рыбу, пожалуйста. Сережка стоит. Приставал друид. Пристыд. Да, на все чунки ставь от короли. Ваня, назад шаг сделай. Теперь ДЦ назад, шажок.
Я подошел все. Каплю, да, я сейчас на седьмом. Что, дайте одну? Трусам сбегитесь, одну шпору. Ты что, зачем сейчас я забрал? Я только не зыбко прожал, блин. Это 5 тошнотиков был. Ну я просто. Я просто бил из сагрицу. Ваня. Ваня. Нету тапок. Тохлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Он вылетел, наверное. Кто оставил столько газа? Ну, два раза к нему этот подбежали, заблевали. Один раз ДЦ, один раз хлепнул. Но потом он пошел заходить, ГП накидал. Но я на реплика, кем иду, тем ролю. Че, переводить будем или стопы? Тыкни типа сумон. Да, тут. Сумоньте меня, пожалуйста. Угу. После ивента. Кому там лакомство нужно? Всё. Да мне уже лям дали. Давай, если так. Да, еще да, лишнего не было. Мовиам Хи, поставь на этом боссе снова природу. Спасибо.
Слышу меня телефон. Позвоню. Потому что Эрдру нет. Красный ретаргет. Отбежали. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Его рискнул, не стоит. Дайте набагался. Набагался. Нажал принять, но не встал. И вот нет вообще. По что могу? Уже уходим. Сейчас красный же. Эти гимны на ману.
Зеленый. Сейчас кого? Все, три, два красных. Что-то любопытное. На вкус как вишенка. Вот дайте. Диван. Еще один надо. Да ее взорвал кто-то в мелизоне. Кого, блять, колбу? А да ну нахуй, Войт. А ну, а ты в курсе то, что если в них стоять, они взрываются? В смысле не взрываю? Это я хожу их взрываю, такой подошел к колбе, хоп, она взорвалась. Я у шкафа стою, сижу. Сейчас, сейчас. Интеллект дайте. Интеллект.
Какая разница, Хант на пол не дал. Как Хант может сорвать? Че без чека, без всего, блядь? Стопать, стопать. Пора стопать. Не замедлять, нет? Нет. Не я как бы на том троине замедлил. Улипал там стоял. Ну опять стоял вот там, куда я всю жизнь шел. Не в толпе. Нормально все. Не. Ща. Уже бегу, бежу. Под зеленую веди, чтобы милики сразу мне. Не успели уже, дойдите. Красный следующий. Зачем туда ведешь? А, буду стоять. Что-то компа растерялся. Че, колбы поставить? Не под стол. Колбы не под стол. Сейчас они исчезнут, блядь, они исчезают. Я взрываю. Беги, малышка, беги! Слишком далеко. На вкус как вишенка. Ой, извини. Отойди, Ваня. Все, колу будет. Дайте маны, маны нет.
Может перебежать хотел, уже отвезло. Неожиданно. А чё, типа, если один ролишь, все равно полная ГП за печеньку? Хорошо. Понял. Раньше вообще отдавали её за сколько сейчас? За 700. 740. За 740 давали печеньки? Да. Погоди, куда? Никого нету еще, пуляет. Да-да, и Ханту каждый раз он говорит, что он стаю выключал, одному и тому же. Кит, я тебе сейчас каждый раз ГП буду давать, когда ты придешь из стаи, будешь его забывать выключать. Ты чё, по тотему? Тут какие-то темы обычные. Но я старалась. ТЦ диспель бопы. Какой ДПС на сорке? Кто? Ну, я бы не сказала, что было все адекватно.
Одна колпа равно 1 еб. Сейчас успех нас обратно. Крестик, пожалуйста, лапу. Анимал ты на килисете. Глупые смертные. Прям вот это Алрама на стереотипы. Два руки Валанара напуливает, Хант напуливает Алрама. Да какая разница, главное, что напулили. Нет, это стоки. Уии! Где цель, Верка? Спасибо. Нет, она прямо на голову упала, я это вообще прям хиты. Да. Чё, рили? Маны, пейте ман эту ману. А где ты смотришь, когда или не когда? Кусаку дал. Что? Нет, то что в кусаку что-то. А, спасибо. Ой, вот так отдашь? Давай.
могу раздать. Ваня, могу раздать. Просто мой говорит, ну молодец, веселые ребята. Ваня такой, могу раздать. Блин, а что тут плакать что ли? Ну типа он дал то, что мог, знаешь. Да, я вас спас, короче, чтобы вы не умерли. Он просто, наверное, хочет обкашить, и поэтому что поставил КД, чтобы ждать на лану. Зато суммарное прохождение будет быстрее. Пиздец, урок без веры. Так кого контролить? Да. Мазбаф дать. Ну, недолго мы его контролили. Но массу уже дали. Диспел. Харзу, а ты сейчас на принту как поднял эту бомбу? Че поднял? Ну этот шар, который падает. Кинетику. Да, кинетику. Ну, взял, кинул жертвенный огонь. Не, просто хуяк падает кинетика перед Харзулом, он хуяк сидит и рычит перед ним. Подождите, дайте баф. Просто баф, дайте, пожалуйста. Побежали. Да не, это нормально. Кто-то палось там получает больше. Animal. Смотри, да такой. Бывает и этих. Animal умирает. Да не, нормально, все хорошо. Не, ну он не умер, так что нормально все. Все под контролем, да? Умирать БДК, все под контролем. Че, убили, не?
КД рост. Не можешь дать рост, у меня нет КД, я отдыхал. Диском. Его клюнуло. Клюнуло. Не, реально, я только что его укусил. Счастливый спектр из протопола, отойти на Анну. Если меня сложат. Захилите. Треснет тебя. Вон, Виталий Кунович тоже спектр из. Для постраховки. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Thank you.
наделал? Нет! Да, да, я буду бегать. Сейчас заберу. Счастливо не агрит, не смотри, как ты реагировал, зачем ты там кидаешь? Толя охотник. Поклонники появились. Я смотрю иногда. Ох уж эта популярность. Скоро на улице будут узнавать. Все девочки твои. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного обмана! Бревны. Братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Был фанат и нет фаната. Может быть, ты прав. Как мы там, в смысле? Ты скажи, ставь лайки, и я замечу тебя. А если он еще и донатить будет, то можно что-то и больше. Ну, я не про рейд, но ладно. Надо, чтобы больше задонатил, да? А какая у вас погода там сейчас? Алик. Упали. Олег не дал, он уже в РК писал, нет? Он в угрозу шел. Берите это. Там мага, я могу с шаманом зайти. Сейчас напишу. На фильм «Полицейского рук» с Рублевки глянул кто-нибудь? Падло что-нибудь вкусненькое? Только кисленькая. Воля не падала? Солененькая. Вы на ком сейчас? Это... Я спросил. Я. Давай что-то делай. Славик, это у меня еще
полчаса я иду. И тут залили кубика. Правила напиши, может зайдет. Так я это говорила. Наверное, кольца кальмары из кальмара делаю, да? Как летаем? Олег, все равно портал им будет пиздить за Олега. Маги, точнее, не натуралы. Между собой МК поменялись. Здесь. Давайте слева и справа. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте своего дракона. Ермал, ты где был, с какой стороны? Справа. Давай. На завтра бы поставил что-нибудь прикольное. Они ссылка 25 норм на всем. Уйду, наверное. Хрен уйду. Ульда, это же так прикольно. Я ульда, я прикольно. Я там был только 5 раз на этой ульде. Днем заходите, ВК 10 будет сказать, что тебе. Прикольно это ачивок где-нибудь поставить. Прикольно это на ивенте у Эда чоппер сролить, который у тебя есть уже. Куда-куда? В банке лежит. С меня долго не забирали. Я пережил 3 удара.
Гимну на ХП. И мне на трансмог. Андерис анти не нужны. Хотя пофиг, давай. Давай без ГП. Сука. Себе забрал, блин. Но они на протопола по ВП вроде. По ПВ.